Алоха. Сегодня здесь, на Гавайях, мы будем готовить блюдо, которое называется лау-лау. Мы берем свиной фарш, помидоры, гавайскую соль. Она состоит из крупной морской соли, смешанной с имбирем, черным перцем, чесноком. Вот так она выглядит. Расправляем листья и кладем сначала свиной фарш. Вот так. Добавляем помидоры. Приправим солью со специями и добавим кокосовых сливок. Теперь все нужно тщательно зажарить. Лау-лау мы кладем в пароварку и ставим на средний огонь. Блюдо будет готовиться долго, примерно 3 часа, для того, чтобы из листьев таро вышли все токсины. Итак, лау-лау готово. К нему мы подаем пюре из сладкого картофеля-батата и свежие огурцы. Приятного аппетита!